Привет, это две чизы, чиза АП4С с красной рукояткой и чиза АП3, вот, и инструмент. Инструмент для них одинаковый, он тоже имеет интерактивный элемент, вот как видно на носике, точно такой же, как на ключах, вот, и он открывает АП3, АП4 и также аналоги. Аналоги это Abus, XP2, XP20 и Bricard Dual XP, французские. То есть вот этот один инструмент подходит на все эти замки. Процент открытия очень высокий, ну, ближе к 100% открываемость. Ну, всегда, конечно, может попасться какой-то один замок, да, какой-то, который не будет получаться открыть, вот, но это исключение. В основном очень высокий процент. Фольга в комплекте, фольга 0,7. Можно, конечно, играться с какой-нибудь другой, но, как бы, по моему мнению, 0,7 оптимально. Сначала, как обычно, ложим на ребро, на обратной стороне. Делаем форму. Хорошо проглаживаем. Носик тоже, потому что носик может цепляться. Вот, вот эта линейка тоже и можно проглаживать. После этого уже перелаживаем на рабочую часть. Вот, ну, все равно, когда вставляем, носик немножко цепляет фольгу. Поэтому я советую, когда вы вставляете в замок, смотреть снизу на фольгу, чтобы было видно, что она заходит нормально, а не мнется, потому что оно может быть незаметно, и из-за этого замок просто не откроется. Так, сейчас попробуем АП4 открыть. Трехсторонняя нарезка ключа. Вот, ну, активные только основные пины. Вставляем аккуратно, смотрим. Да, и инструмент, когда инструмент очень толстый, крепкий, я сразу говорю, что инструмент крепкий, можно давить хорошо. Этот инструмент сам по себе за счет толщины, сам ключ тоненький, поэтому он не может выдерживать больших нагрузок. Поэтому не нужно с огромной силой давить. Достаточно, ну, обычных нажатий. Будете давить чрезмерно сильно, просто сломается инструмент. Замок от этого быстрее не откроется. Если замок не открылся с первого раза, есть смысл опять по новой нарезать фольгу, вставить и попробовать второй раз. Даже бывает, что и третий раз. Поэтому, если с первого раза не открылся, нужно пробовать еще. Цена будет на сайте. Телефоны, ссылки, все будет на видео. Пока.